Всем привет! Это мой новый видеообзор на коллекцию «Насекомые и знакомые». Ух, как я давно их не делал. Сегодня у нас спецвыпуск. Это новинка в этой коллекции. В прошлой серии спецвыпусков не было. В первом спецвыпуске Диагостини решила нам сделать квадратную капсулу с двумя жуками. И цена, конечно, поразила. Цена у нас 999 рублей. Специальный выпуск. Вильчаторогий жук-носорог. В принципе, деньги небольшие для такого качества, но все равно жалко. Рассмотрим журнал. Спецвыпуск должен был выйти 23 ноября. Вот тут у нас написано. 23.11.2014. И вышло всего 7500 экземпляров. Карточка жука. Вот тут. Кстати, информация о семействе дупляки содержится в 39 выпуске. Рассмотрим потом 39 выпуск. В журнале почему-то божьи коровки, хотя могли бы приберечь статью для спецвыпуска. Итак, божьи коровки. Вот тут. Идет строение, образ жизни, место обитания. Какие красивые тут божьи коровки бывают. Такие. Вот стандартная, которая бегает у нас по дворам. Вызывающее поведение, статья называется. О заметности божьих коровок, потому что они цветастые. Лучшие друзья. Вот тут такие. Читать нужно. Статья интересная на самом деле. Тут жужелица нарисована. Союзник человека. Так прозвали Диагостини божьих коровок. Статья о пользе человека. Польза для человека божьих коровок. Вот тут картинка, как всегда. Интернет-магазин. И в следующем выпуске, внимание, паук-птицеяд в большом, огромном бруске, на которого я даже не пожалею 1000 рублей. Давайте теперь рассмотрим непосредственно бруски. Брусок, точнее, вот такой огромный. Вот. Скроем. Он был в такой упаковке. Без блистера, к сожалению, без всяких подставок. Брусок, я вам скажу, огроменный просто. Во, прям во всю руку. Жуки красивые. Коричневые, бордовые. Вот низ. Сравним с обычным бруском стандартного размера. Вот так вот. Огромный. Спасибо за внимание. Это была официальная группа Диагостини от форума «Насекомые».